На основном канале был экстренный выпуск об этом малыше. Это мальчик. Так и оставили имя Мурзя. Я в очередной раз уболтала Баркова, упросила, чтобы он взял ребенка. Но я наобещала ему, что мы начнем гасить его долги. Начнем, ребята. Если бы кто-нибудь еще мне сказал, чем? Все розовое нежное тельце малыша изъедено, не поверите, в шаме. Посмотрите на этого кровопийцу, который не допил, не доел. Глубокой болевой чувствительности у собаки нету. Вот я вам последнее то, что отправил. Это, скорее всего, пуля на вылет прошла. И там разрыв спинного мозга прям, ну, 99%. Оперировать как бы нечего. Там бедро сломанное, но сросшееся. Ну и куча пуль еще в брюшной. Их тоже, в принципе, доставать не надо. Вот, спинальник. Нужно будет заниматься просто. Отдавливать мочевой и прочие вещи. Болевой чувствительности нет, ребята. Это спинальник. А у меня руки дрожат. Я не хочу его отпускать. Не могу. Может быть, все-таки попробовать дать ему шанс. Малыш должен почувствовать человеческое тепло, заботу и любовь. Все, собачки скупали, побрили, сфотографировали. Поставили обогреватель, накрыли одеяло.